Вы не представляете, как глобально изменяется жизнь и политика в Саудовской Аравии. Ассаламу алейкум, меня зовут Денис Ламбаталов, и в этом видео я вам немножко хочу рассказать о жизни и бизнесе в Саудовской Аравии. Все мы знаем, что Саудовская Аравия запустила программу Vision 2030, но мало кто разбирается в ней, и тем более мало кто знает, что она из себя представляет. Первое и самое главное, это нужно понять, то, что Саудовская Аравия хочет выйти из зависимости от нефти. То есть до тех пор, пока нефть не закончилась, Саудовская Аравия хочет не нуждаться в этой нефти. Для этого Саудовская Аравия притягивает инвестиции. Сейчас здесь можно зарегистрировать свой бизнес на себя и работать здесь в качестве генерального директора, быть полноправным собственником своей компании. Также можно покупать недвижимость на себя и на свою компанию. Еще немаловажный вопрос. Здесь можно получить гражданство Саудовской Аравии. Аллаху Акбар. И в связи с этим мы организуем бизнес-встречу мусульман, которая будет происходить 6-7 января в городе Мекка. Это первый раз за всю историю Мекки с Россией будут собираться бизнес-цены в одном месте, на котором будут спикеры с торгово-промышленной палаты Саудовской Аравии, с инвестфонда Саудовской Аравии. Буду выступать там я, будут выступать там многие братья, которые вам расскажут, как здесь жить, как здесь бизнес проводить и как вообще зайти в Саудовскую Аравию. Поэтому, мои дорогие братья и сестры, не пропустите, это феноменальное событие. Эта бизнес-встреча будет проходить в гостинице Holiday Inn в городе Мекка. Наша с вами задача — показать Саудовскую Аравию то, что мы заинтересованы в ведении бизнеса в этой стране. Тогда они нам будут помогать. Они и так помогают, но если они увидят нашу заинтересованность, еще больше будут помогать. Более подробную информацию об этом уникальном форуме вы можете прочитать под описанием к этому видео. А также там будет написано, чем могу быть полезен для вас я. Ну а с вами был Денис Ламбаталов. Подписывайтесь на мои каналы, все самое интересное и полезное о жизни и работе в Саудовской Аравии только у меня на канале.